Обзор по паре фунт-доллар, часовой график. В отличие от европейской валюты, британский фунт вчера не спешил падать по отношению к американскому доллару, который продемонстрировал хорошую динамику на рынке единой европейской валюты за счет заявлений со стороны чиновников Федеральной резервной системы, а также позитивных данных о росте ВВП Соединенных Штатов. Все данные и факты в основном оказали позитивное влияние на рынок доллара, на большинстве валютных пар. При всем при этом на рынке фунта стерлинга можно было наблюдать противоположное движение, что в свою очередь демонстрирует о появлении покупателей на данном рынке, который сопротивляется снижению до более низких или, по крайней мере, уровня предыдущих локальных минимумов. Это является важной информацией для сегодняшних торгов, в том плане, что сегодня ожидается информация о росте ВВП уже в Великобритании за 2016 год, в годовом исчислении за последний четвертый квартал. Ожидания данных совпадают с предыдущими показателями 0,7% в квартальном выражении, 2% в годовом. Публикация данных о росте ВВП в Великобритании может послужить толчком для отскока цены от ближайшей поддержки, над которой находится цена, начиная с американских торгов во вчерашнюю сессию. И в свою очередь перспективы и роста будет следующий уровень, ключевой уровень сопротивления в районе ценовой отметки 1.2612. Напомню, здесь основным фактором роста является как статистика из Великобритании, так и факт того, что покупатели более сильные продавцов на фоне сильной статистики Соединенных Штатов и заявления, соответственно, чиновников ФРС. По этой причине вероятность восходящего движения в сегодняшнюю сессию достаточно велика.